Кому нужен зонтик на пляж большой? Зонтик немножко выгорел он. Вот такого цвета. Бледно-розового стал. Ну, я не знаю, он работает или нет. Но вот такой вот зонтик выкинули. Кому нужен стульчик? Смотрите, какой стульчик. Хороший. Ну, смотрите, ничего. Не поломано, ничего не порвато. Абсолютно хороший стульчик. И с этой стороны диван с подушками. Вот такой вот диванчик. Тоже в хорошем состоянии. Только чуть-чуть грязненький. Вот его пропылесосить, промыть. Так хороший диванчик. Вместе с диванчиком обязательно идет вот такая ящерка. Да, ты уже поселилась на этом диванчике? Ты его себе уже присвоила? Убежала. Я вам в прошлом видео делала обзор этого диванчика, который выставили на улицу. И вот сегодня прохожу, иду домой в супермаркет, а тут уже стоит какая-то какой-то столик, полочка такая. Он как антиквариат выглядит, да? Как что-то такое ценное, я не знаю. Конечно, оно уже такое все несовременное, наверное. Но все рабочее. Такой вот какой-то деревянный столик. Доброе утро. Вышла погулять, как обычно. И вот смотрю, прям у соседей столько всего на мусорке выставили. Давайте посмотрим, что тут у нас. Лампа. Слушайте, ну лампа, это же круто, если она рабочая. Даже две лампы одинаковые. Нет, чуть-чуть разные. Потом вот такая вот какая-то полочка. Но полочка не очень-ская. Не знаю, может, это можно отмыть. Далее в этом пакете в черном много-много вешалок. Вешалки, кстати, никогда не помешают. Тут доска, это я не знаю, что это было. Стол какой-то был, наверное. Они его разобрали. Далее. Вау, это швейная машинка? О, это мне нужно. Если она рабочая, я мечтала о себе швейной машинке домашней. Она, конечно, маленькая, но если она рабочая, я это себе заберу. О, вот это мне нужно. О, вот это находочка. Я сейчас приду, проверю, если она работает. Они, видимо, вчера это все вечером выставили. Еще вот видите, капельки, утренняя роса. Надеюсь, не испортилась. Так, я забираю. Кресло. Кресло хорошее. Немножко вот здесь потрескалось, но в целом оно хорошее. Ездит на колесиках. Хорошие вещи выставили. Видимо, они переезжают. Еще хочу напомнить, что скоро же будет Black Friday. Black Friday – это хорошие цены, скидки везде будут в каждом магазине, поэтому люди будут выставлять свою мебель. Они будут выкидывать, выставлять хорошую мебель и покупать новую. Поэтому это хорошее время сейчас ходить по мусоркам. Пришла домой, хочу сразу ее проверить. Выглядит очень хорошо, все упаковано. Сейчас я ее проверю. Ребятки, работает, смотрите, как она шьет идеально. Мне очень нравится. В пакете была зарядка, педаль ножная и вот еще одна какая-то зарядка дополнительная. В общем, это абсолютно новая машинка и даже есть чек. Представляете, кто-то выкинул, не знаю почему. Эта вещь мне очень нужна, я очень рада. Это для меня как подарок. Потому что покупать машинку я... Ну, то есть... Мы не планировали покупать, и как бы это не то, чтобы мне необходимость, а просто это как хобби. Я люблю что-то шить такое. Мне очень нравится, для меня большой подарок. Сегодня утром Рэви пошел погулять еще до того, как я проснулась, и принес мне в подарок вот такой вот маски для лица, крема какие-то, абсолютно новые, упакованные, нигде не раскрыто, полностью новые. Кто-то выложил на улицу. Вот, уже не нужно им, не пользуются. Буду я пользоваться.
Не знаю, надо будет посмотреть, что там внутри. Вот я открыла эту упаковку. Внутри вот такой вот крем. Маска. И вот такие вот еще маски. Две штучки. Вот раз, вот два. Все полностью упаковано, никто ничего не трогал. Абсолютно новое. Я не знаю, почему люди выкинули это. Выложили. И вообще, по-хорошему, можно даже сдать. Если бы чек был бы, можно было бы сдать в магазин. Ну, можно пользоваться. Принесла домой швейную машинку. И теперь бегу за лампой, потому что лампа нам будет нужна. Мы буквально вчера смотрели квартиру в аренду, и там не было никаких ламп. То есть на потолке у американцев не установлены лампы. Там есть одна в углу, но ее недостаточно. То есть придется покупать дополнительные лампы. А тут вот они стоят. И я думаю, они абсолютно новые, в хорошем состоянии. Может быть, буквально чуть-чуть ими пользовались, потому что они выглядят хорошо. И так как машинка была новая, вот у меня есть такая уверенность, что и у лампы в отличном состоянии. Вот, я бегу забрать. Никто не забрал их. Ну и здесь, наверное, никто не возьмет. Потому что здесь такой район. Все выставляют, мало кто берет. Я взяла вешалок. Вешалки мне всегда нужны. Тут еще целый пакет вешалок. Кому нужно, я не знаю, ребят. Смотрите, очень много. Вот эту лампу я заберу. Вот, мне кажется, она рабочая, в хорошем состоянии. Там есть еще одна вон там вдалеке, но ее нужно отковыривать, откапывать. Я сейчас не хочу этого делать. Я думаю, пока нам одной хватит, наверное. Ну, в общем, посоветую с Реви, может быть, если захотим, еще возьмем потом эту лампу. Включила лампу, смотрите, прекрасно работает. Я на улице ее включила. Вот свет плохо видно, но в темноте она будет хорошо светить. И вот думаю, идти за второй лампой или нет. Столько всего нехорошего выставила. Это прям, я не знаю, это можно и пользоваться, и продать. Но нам, конечно, это нужно будет. Но вообще это можно и продать. Смотрите, сколько вещей американцы выкидывают. Пошли мы за второй лампой. И кресло хочу показать Реви. Потому что ему нужно будет кресло. Мы, когда переедем, нам нужно будет мебель. В квартире, когда ты арендуешь, там нет никакой мебели. Кроме уже установленной на кухне, там... Стиралка, сушка, микроволновка, холодильник. Да, кроме такой мебели больше нет. И вот нам сейчас нужно. А это прям вот у нас по соседству. Поэтому мы сейчас посмотрим кресло для Реви и возьмем еще одну лампу. Вот честно. Да. Не, ну честно говоря, не совсем понятно. Ну продай ты, если тебе не нужно, да? Это... Время тратить, ну, не знаю, мне кажется, это... Ну, или отдать кому-то. Можно в Фейсбуке написать, я даю вещи бесплатно, да? Вот, это расточительство, на мой взгляд. Хорошее кресло. Очень хорошее, мне нравится. Смотри, оно прям чуть-чуть потрескано, но это вообще ничего. Оно, главное, в рабочем состоянии. Ханечка, ему там лампу надо будет взять. Да, амбрелла старый, он стоит уже здесь давным-давно. Это старый мусор, а это новое. Конечно, ну-ка вытащи его, проверь, чтобы она... Подними его, опусти, оно поднимается, опускается. Сколько стоит такое кресло? $300. О, опускается, поднимается, вот... А я же говорю, они очень хорошие все выставили. И лампу надо как-то достать. Просто, может, вот так вытащишь ее? Она работает, я думаю, потому что первая лампа-то работает. Вот нам как раз нужны лампы. Ну, вот туда. Я заберу. Вот кресло, смотрите. Хорошее. Забираем кресло, забираем лампу вторую. Вот. Будем пользоваться.
Включила вторую лампу, тоже работает, только они чуть-чуть отличаются. Это такой цвет более желтый, а здесь белый. Вот, но обе в рабочем состоянии, идеальном состоянии. В нашей мусорке тоже какой-то стол выставили. Шкафчик какой-то деревянный. Вот я просто не понимаю, зачем туда закидывать его, да? Люди, если хотят взять, зачем туда закидывать? И еще там есть мусорка, мусорное ведро. Мусорное ведро тоже всегда нужно, когда переезжаешь. Мусор куда-то выкидывать и мусорное ведро покупать тоже зачем, когда вот выкидывают очень много мусорки, мусорок, вот этот шкафчик. И там еще всякая-всякая мелочь, ерунда. Зашла в соседний проулок, и тут тоже что-то выставили. Но тут мелочевка, женская сумочка такая. Это я не знаю, что это такое. А вот где Реня нашел мне подарок. Вот, смотрите, вторая точно такая же. И тоже абсолютно новая, закрытая. Смотрите. Это похоже на то, что это какой-то салон красоты или, может быть, просто девчонки выставили. Вот это новая абсолютно упаковка. Видите, она абсолютно закрыта со всех сторон. И вот точно такая же у меня дома есть. Вот это новая. Не знаю, это лак для ногтей, что ли? Да, это, по-моему, лак для ногтей новая. Далее. Подождите, что там еще? Еще какая-то маска. Ой, не уронить бы ничего тут. Вот такая маска. Gold Facial Mask. Золотая маска для лица, упакованная полностью. Это инструкция, как ей пользоваться. Так, а вот это я не знаю, что это. Ай-яй-яй, не падай. В разобранном состоянии. Тоже что-то для волос, скорее всего. На фен это что-то не похоже. Может быть, это детали от фена, я не знаю. Или... А, это, скорее всего, типа плойки. Но мне кажется, деталей не хватает, чтобы собрать. В каком-то пакетике было. Так, далее, что здесь у нас еще идет? Это что такое? Это, наверное, для ламп. Да, такие штуки? По-моему, это все для салона. Да? Смотрите, вот такая лампа. Ну, то есть она лампы-то самой нет, а вот такая штучка есть. Вот. Это, наверное, делать то ли маникюр, то ли еще что-то. Интересно. Так. Тут еще внутри, а вот они. Еще какие-то такие ведра, или как их назвать. Ой, надо завязать. И плюс еще вот такая вот настольная лампа. Так, и что тут у нас? Это я не знаю, что такое. Даже цена написана в TJ Maxx покупали. Подсветка. Но мне кажется, это все для салона красоты. Может быть, салон красоты закрылся, и они тут все повыкидывали. Вот такие всякие вот... картиночки, всякие детали и еще какие-то книжки. Посмотрела в Гугле. Гугл говорит, что это формочки для выпекания. Вот. Наверное, это так. Возьму на всякий случай их. Может быть, кому-то нужно из друзей. И маски возьму новые, и лак для ногтей. Это все возьму. Они все упакованы, абсолютно новые, никто не пользовался этим. Взяла лампу и вот сумочку со всякими этими штучками, масками. Посмотрим, можно будет что-то продать, что-то кому-то подарить, чем-то пользоваться. Вообще, честно говоря, я в шоке, что столько всего выкинули. И я еще не прошла по всему комьюнити, у меня уже времени не хватает. Мне нужно идти домой. Но, возможно, это потому, что Black Friday будет, и они заранее все этот выкидывают. Ну, зачем абсолютно новые вещи с упаковкой выкидывать, да? Я не знаю. Они даже еще не открыли это ни разу. Ну, какая мне разница? Люди выкидывают, я могу взять. Я видела раньше видео, как люди тоже вот так ходят.
И это как их основная работа. Мы смотрели видео про одного мужчину. У него берут интервью. Он на мусорках находил и деньги, и золото, и сотовые телефоны дорогие, и всякие брендовые вещи, кроссовки в упаковке. В общем, он находил такие классные, новые и ценные вещи, что мне даже не верилось, когда я смотрела. Я думала, ну неужели это правда, неужели так бывает? А сейчас верю, потому что правда люди выкидывают упакованные новые вещи с этикеткой, иногда даже с чеком. С этим чеком можно пойти и сдать эту вещь. Сейчас верю, американцы вот так привыкли жить, они многие вещи выкидывают, но часто они избавляются от чего-то, покупают новое, берут кредиты на что-то новое. Вот. После обеда решила тоже прогуляться. И вот кто-то в пакете в этом оставил жожоба ойл и какой-то шампунь вот такой вот. А это что такое, я не знаю. Что это, на детское кресло похоже? Наверное, детское кресло. Так, кондиционер. Интересно, кондиционер, масло. Потом тут всякие железки, металл. Я не знаю, какой из этого металла можно сдать, потому что я не разбираюсь в этом. Тут уже всякие рабочие щетки. Кто-то ремонт делал, там всякие такие. И вот коробка. Коробка пустая. Мне, знаете, для чего коробка нужна? Для костылей, которые я нашла. Я не знаю, она по длине подойдет мне или нет. Если когда выставляешь на eBay или на другие сайты, нужно сразу коробку подыскивать, потому что в коробке будешь отправлять, если кто-то купит. Вот поэтому коробка мне нужна пустая. Взяла я шампунчики и кондиционер. Масло жожоба — это очень хорошее масло, пахнет вкусно. Шампунчиком, если даже не подойдет, можно машину мыть. Всегда нужно какое-то мыло либо шампунь. Вот, иду, и тут у меня под ногами валяется авокадо. Не знаю, хорошее, нехорошее. Я не буду брать, наверное, потому что... Не знаю, что-то мы купили недавно. И у нас и так много. Вот, но если... Скажу мужу, если нужно будет, то он возьмет. И даже наш жилой комплекс, в котором мы живем, обойти его весь не могу. Все время выхожу погулять, что-то вижу, думаю, надо взять. Беру домой и несу. И так никак не могу обойти весь жилой комплекс наш. Сегодня утром мы приходили на эту мусорку. И вот опять же здесь, видимо, они не до конца все выставили. Смотрите, есть два вентилятора. Выставили два вентилятора. Один упал. Упал и поломался. Но я уверена, что он был хороший. Потому что это тоже хороший, смотрите. В рабочем состоянии. Пылесос. Пылесос нам нужен. Не знаю, работает, нет, пылесос. Тут еду всякую они выставили прямо на солнце. Но это показывает то, что люди переезжают. Они все выставляют. Вот такая вот, я не знаю, полочка какая-то такая. Для чего она нужна? Не знаю. Вот, все выставили. Вентилятор, скорее всего, рабочий. И пылесос тоже, скорее всего, рабочий. Что здесь? Тоже что-то выставили. Еще какой-то пакет. Еще что-то в пакетах. Не знаю, похоже на... Не хочется мне там открывать его. Вот, а вдруг деньги, да? Надо открыть пакет. Мало ли бывает такое, люди выкидывают. Вот пылесос бы проверить. Надо сперва шампуньки отнести, потом вентилятор тоже можно забрать. Уже ставить некуда. Отнесла шампуни, решила прийти обратно, а вентилятора уже нету. Кто-то уже забрал, видите? Тот, который упал, стоит. Ну, я думаю, что его можно просто, там, я не знаю, приклеить, что ли. Вот, а который здесь стоял, уже нету его. Кто-то забрал вентилятор, кому-то нужен он. Был, не успела я забрать вентилятор, но пылесос хочу взять, проверить, если он в рабочем состоянии, его просто нужно почистить чуть-чуть и все. Пошла домой, включила пылесос, пылесос в рабочем состоянии.